Привет всем! Я из GoLauncher. GoLauncher — это практически целая операционная система. Она устанавливается поверх Android и позволяет управлять с другими приложениями. Улучшает интерфейс устройства, помогает персонализировать его. Мы самая большая компания на рынке ланчеров. Наше приложение — одно из самых популярных для Android. Пользователи установили приложение GoLauncher 200 миллионов раз. Другой наш сервис, GoSMS, набрал 15 миллионов скачиваний. GoLocker — 50 миллионов скачиваний на Google Play. И это не считая других наших приложений. Я пришел в компанию в 2007-м. Тогда главными на рынке смартфонов были Symbian и Nokia. А сейчас все знают, что рынок мобильных устройств поделили две другие компании. Тренды в этой области меняются очень быстро. Практически каждый квартал происходят серьезные изменения. За 5 лет моей работы рынок стал совсем другим. Так что я думаю, мобильная индустрия сейчас в самом начале пути. И хотя нашей компании уже 10 лет, казалось бы, немало, мы по-прежнему чувствуем себя стартапом и с нетерпением ждем, что будет дальше. Я думаю, что все еще только начинается. И главное — смотреть в будущее. Только так можно выжить в этой индустрии. А иначе заглохнешь по дороге. Надо смотреть в будущее, выживать, принимать правильные решения, а потом становиться успешным. Думаю, мобильные приложения следующего поколения будут основаны на синергии, так называемом up-to-up. Сейчас уже нельзя добиться успеха в одиночку. Нужно разрабатывать приложения, которые связываются с другими приложениями, пользуются ресурсами и предоставляют их. Проблемы пользователей нужно решать вместе с другими разработчиками. Нельзя сделать все самому. План Б на сайте rbk.ru.